31 октября состоялся самый короткий концерт резидента Comedy Club Павла Воли. Выступление артиста в Воронеже длилось всего 2 минуты. Решение отменить концерт артист принял после того, как узнал о крушении самолета в Египте. Как веселиться в такой день, не знаю. Не понимаю, не хочу и не буду. Думаю, это даже не мое решение. Это наше совместное решение, друзья. Попросил войти в положение Павел Воля. После этого все присутствующие в зале встали, чтобы почтить память погибших минуты молчания. В этот же день Павел Воля сообщил о переносе концерта на 29 ноября, поблагодарив организаторов за то, что так быстро нашли новую дату. Все билеты останутся действительными, по желанию их можно будет сдать в кассу, уточнил артист. Решение коллеги поддержал и Гарри Харламов. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!